Русскоязычная Википедия провела суточную забастовку под девизом «Представьте себе мир без свободных знаний». Раздел интернет-энциклопедии прекратил работу накануне. Таким образом, авторы проекта выразили протест против законопроекта о создании в России единого реестра интернет-сайтов с запрещенной информацией. Сейчас в Государственной Думе идут слушания о внесении поправок в закон об информации. Они вводят понятие о черном списке нежелательных интернет-ресурсов, которые содержат информацию, опасную для детей. Доступ к таким сайтам может быть закрыт без суда. Противники законопроекта указывают на то, что четких критериев вредности сайтов в поправках нет, и фактически по этому закону можно закрыть чуть ли не любой интернет-ресурс. В свою очередь, сторонники поправок утверждают, что нововведения направлены исключительно против жестокости и детской порнографии.